Дети, они все равно не понимают. Они видят, что мы устаем, что мы трудимся, что мы живем ради них. И они как бы тоже нам дают свою любовь. То есть и заряжаемся их энергией. Многодетная семья в 3 ребенка и многодетная семья в 8 – это совершенно разная нагрузка на родителей. Не только материальная, но даже вот физически мама должна больше внимания уделять, больше сил отдавать этим детям. Конечно, здесь надо не успокаиваться на достигнутом, а двигаться в этом направлении. И вместе с общественными организациями, с родительскими сообществами, с родителями в частном порядке. Все-таки находить какие-то еще возможности в бюджете, в законодательстве.